Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня будем делать вот такие голубые гортензии. Для того, чтобы их создать, мне надо вот такая открытая звезда. Ну вот у меня номер 20. Можно любую, какую вам удобно брать. Насадка круг номер 6. Насадка листик розы номер 103. И насадка номер 1 круг для серединочек. Здесь я использовала вот такой краситель кредо голубой номер 33 и желтый электро номер 2, тоже кредо. Еще я слегка буду припылять сухим распылителем. Ну что ж, приступим. Вот вывожу такую основу, потом прямо вот так вставляю и пытаюсь выдуть шарик. Шарик у нас почти получился. Теперь беру насадочку номер 103 и в хаотичном порядке наношу листики. То есть вот видите, вот так вот. Вот смотрите, раз. В общем, как придется. Даже не очень густо можно. То есть мы закрываем как бы шарик вот этими листочками. Которые нам в дальнейшем сыграют положительную роль. Они будут нам давать такую пушистость цветочку. Вот, сделали шарик такой. И теперь опять пяточкой, прямо не боясь, вставляем и отдергиваем. И делаем по 4 вот так листика. Тоже в хаотичном порядке. То есть вот пяточкой вставили, дернули. Дернули, выдавили. И дернули, выдавили и дернули. Это, конечно, надо делать, чтобы было удобно. Желательно сесть, потому что такая мелкая, неудобная работа. Время от времени протираем насадочку. И в итоге очень нарядно и красиво получается у нас. Так, посмотрим, где надо добавить еще. Здесь можно так добавить. Можно так вот, всего лишь 2 листочка. Здесь пустота, тоже закроем. Сейчас я его слегка припылю. Вот так.
так, чтобы она такая неоднородненькая у нас была. И теперь наши насадочки единичкой делаем точечки. Маленькие такие середочки. Можно так вот, где у нас такие пустоты, тоже туда как бы точечку поставить. Будто бы у нас там тоже цветочек находится. Вот получился такой цветок. Даже очень симпатичный. Кажется, ничего такого, а как красиво. Тортик я уже выровняла, конечно, и пора теперь устанавливать наши цветочки. Думаю, что между гортензиями надо вот такие небольшенькие розочки. Буду накручивать, пытаться. Для этого мне надо насадка номер 128, прямая роза. Вот тут мы ее зажали, она такая с производства широкая идет. Ну, как всегда. Насадка открытая звезда, любая, или там просто круг. Насадочка номер 104 листик розы. Там внутри у нас зеленый топ-декор и коричневый. Вот эти два красителя. Когда смешиваешь, получается такой слегка оливковый цвет. И еще сухой распылитель розовый, потому что я думаю, вот голубому такому подходит все-таки такой яркий розовый. Ну что ж, начинаем устанавливать сначала, наверное, наши гортензии. С какого края начать? Давайте с этого. Здесь посередине еще потом будет табличка с надписью. Теперь желательно также отсадить с этих сторон. Так, прежде чем продолжать, я расскажу, что тут за тортик. Этот бисквит выпекался в форме 20 на 30, прямоугольной. Потом я делаю вот такой шаблончик, видите, каждый раз он у меня новый, и обрезаю край. Вот здесь получается у меня в тортике 9 яиц, но обрезаны краешки. Тут без отходов никак не обойтись. Ну, мне очень нравится, я предлагаю такие тортики, они около 2 с небольшим килограмма, вот именно в этой форме. Внутри он шоколадный и шоколадно-заварной крем. Я этот крем беру на канале «Сладкая красота» и пропитан вот таким вот шоколадным топпингом. Это натуральные такие сиропчики, здесь какао в составе, сгущенное молоко. Я развела сиропчик и сделала также еще там внутри бисквита сеточку такую. У меня 2 порции крема белково-заварного на пектине. Все, теперь продолжим. Розочек у нас, естественно, не хватило. Я так для пробы делала несколько штучек. Вот, все как обычно. Вот такую вот основу делаем. И вот насадочка номер 128, ее я вам уже показала, я начинаю делать нашу розочку. Вот так вот.
Они мне нужны такие небольшие. И слегка припыляю. Серединочку припылила. Вот, делаю такие листочки. Тут даже не листочки, а у них шелестники. И такую ленточку тяну, 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 тяну. Сколько смогу, столько тяну. Вот маленький такой у нас бутончик. Тоже его припыляем. Конечно, так как пшикнут. Ну вот я тут дооформила торт, потому что уж слишком долго эти все розочки было крутить. Так что без вас. Сейчас отсажу кое-где листву, чтобы прикрыть свои огрехи. И тортик будет готов. Вот такой тортик сегодня у меня получился, и пришло время прощаться с вами. До свидания, мои дорогие, до следующей встречи.